Несмотря на регулярные обстрелы, в поселок Крымское, расположенный на Бахмутской трассе, постепенно возвращаются местные жители. Это один из самых разрушенных населенных пунктов в Луганской области, подконтрольный украинским властям. На днях в Крымское вернулись 15 человек. В ближайшее время ожидают еще несколько десятков. В поселке нет ни сельского головы, ни врачей. Работает лишь один магазин. Продукты и товары первой необходимости сюда привозят спасатели раз в две недели. Тут не работают предприятия, потому что боятся, риск великий. А другий, вы бачили, что тут мы только проехали на броньованной технике, проехать майже неможливо. Тому мы каждые две недели завозим сюда продукты харчування для місцевого населення.